Всем привет, с вами Сёма, это канал Шмаленко Плей, и хочу напомнить вам, что видео выходит по расписанию. По МСК первое видео выходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по читинскому же времени первое видео выходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но теперь у нас опять сегодня у нас Гренни Чаптер 2. Короче, прям попросили сильно, прям попросили написали, что, мол, поиграй еще с дедом, попытайся пройти с дедом, собственно, хорошо, ладненько. Допустим, тут надо все двери подкрыть, но тут уже, по-моему, ходил, я его слышал, но он не слышит меня, он глухой, как мне написали. Он глухой, но зато зрячий очень сильно. Так, собственно, давайте уже начинать, так сказать, наше путешествие. Чтобы попасть в комнату от охраны, нам нужно, собственно, вырубить деда, забрать у него ключ, потому что ключ у него на шее висит, напоминаю, если что, ты вдруг не знаешь, или вдруг знал, но забыл. Извиняюсь, я. Оба-на! Да заеди нахер, ICU, блин. ICU, до свидания. А чё ты так резко-то? Внезапно так сюда зашел? Я хангри, я говорю, я голоден. Иди нахер тогда отсюда. Раз ты хангри, дебил кусок. Спокойно. Так, ты что сейчас пошел на кухню? Да что так медленно ходишь, а? Дед. Дед, давай быстрей. Все равно в другую часть комнаты пойду. Угу. Тут? Ни хера, я пошел на второй этаж. Так, мясо для деда. А ключ от лодки, допустим, уже нашел. Здесь не будет внезапного ICU, да? Не будет, надеюсь, на это очень сильно, кстати. Так, а тут типа нет ни хрена. Так, кусачки, спокойно. Это раз. Все вот так вот. Так, минус электричество, допустим. Написали еще, кстати, что этот самый ручку дверную я должен был найти в каком-то ящике с призраком. Я так понял, это в комнате охраны на втором этаже. Там так написали. А где дед? Чем-то долго. Он очень медленно находит, на самом деле. Бабка была в два раза быстрее, мне кажется. Где он? Дед, ты придурочный? Ты где? Дед, а с хера ли ты такой медленный-то? Так, Weapon Key, спокойно. Запомни, да, что тут лежит? Так, дедок, дик ты нахерок, понятно? Все. Так, тут лежит, ага, да блин, а, бензин, нахрен он мне нужен, дайте мне что-нибудь другое. Так, ну ладно, тогда давайте возьмем пока что Weapon Key. Кусачки я положу на его место, собственно. Вот, там откроем стеллаж, возьмем дробовик, вырубим деда, заберем у него ключ. Какой он медленный. А, он же глухой, твою мать, я как... Я чего от него жду? Он же глухой, но он зрячий, падла. Ага, иди на хага. Я на Е только что нажимал, два раза нажал на Е. Нахер, иди, дед. Нихера у тебя носки! В кальсонах и в носках ходит. Молодец, дед, все, ничего не скажешь. Дед, дай мне пройти, пожалуйста. Чего? Ты кашляешь или плачешь? Где он, падла? Куда он ушел? Так, он ушел вниз, допустим. Только не налево, я тебя прошу, только не налево. Твою мать, падла. Куда теперь?
Тихо завалил столик. Так, там сидит эта тварь. Дед, ты что, в туалет пошел? Удачи. Нахрен иди. Где он? Где он? Не понял. В смысле? Отхели там остановиться, это падла. Вали отсюда, давай быстрее. Ни хрена себе ты завываешь, дед. Бляха-муха, тупик. Погодите, куда он вообще идет? На дебила кусок, падла. Видишь, закрыл дверь. Я мастер, просто. Грэнни Грэнд по вообще всех. Всех игр я мастер. Да иди нахрен, чё ты там болтаешь, я не понимаю тебя. Прикинь, даже песня у него какая-то есть. Рифма даже. Такая неплохая себе. Так, это пацан. Кстати. Сквозняк. Сквозной проход. Так, там мясо для деда. Да дед, ты что такой медленный? О, молодец, направо пошел. Направо пойдешь, жену найдешь, понятно? Другую не бабку. О, хорошо. Вообще вниз уходит. Нормас. Так, все, минус дед. Пацан, пока не до тебя. Хотя. Сейчас можно его типа призвать. А скажи, тут один... А, не показал, тут один патрон. Все, пошлите убивать деда. Дед? Сюда и дед? Или нет? Дедок, я не буду спускаться, я что, идиот, что ли? Мало ли у меня сейчас за угла прищучит сразу. Идиотка нахер. Дед! Лампа и пацана вольнем. Хотя, блин, хотя на пацана надо это, на пацана же там надо пройти, надо ключ найти, а он, по-моему, у деда в комнате. Так что подожди, надо сначала вальнуть деда, окей. Надо вальнуть деда. Как ты долго там? Быстрее давай сюда иди. Сосию, дебила кусок падла. А ключ мне верни, пожалуйста. Эй, дай мне ключ. Пусть пока тут дробовик полежит. Так, тут у нас что? Тут у нас сейф ключ. Ключ от сейфа, допустим. Давайте, собственно, его возьму. А, потому что сейф у нас очень рядом. Прям-таки тут. О, кстати, патрон для дробовика неплохо. Патрон для дробовика это неплохо. Фу, зараза, круку намотал. Так, тут. Ни хрена тут. Ни хрена тут нету. Так. Дверная ручка. Нормально. Ставили. А, больше там ничего не было, что ли? Ладно, хер тебя. Теперь идем вниз. Берем дробовики. Пульку там берем. Все равно дед спавнится у себя в комнате, я так понимаю. О. А, в комнате. Кстати, нам бы в эту комнату не помешало бы зайти сейчас. Так, кстати, спарк-плаг, допустим. Спарк-плаг. Дверной замок. Ну, мне кажется, самая бесполезная вещь в этой игре. Если вообще есть бесполезные вещи в Грэнни, то это вот самый бесполезный из них. Ну, это замок, ну и хер бы себе. Замок и замок. Еще не будет.
Так, сколько времени прошло? Кто-нибудь помнит, нет? Помнит, знает. Так, допустим, тут есть монтировка. Ой, какая в жопу монтировка? Монтировка, не знаю где. Так, допустим. Угу. Ну-ка, тут-ка мне проломи. Проломи мне ее. Во. А, оп. Ну, что ты не можешь выбросить? Ты ее по-нормально выброси. Ну да. О, нормально. Берем ключ и следом за ней спускаемся. Все, здесь меня дед не найдет. Ну, как не найдет? Не доберется, правда, отсюда? Сейчас убьем пацаненка. Сюда, по идее, должен прийти дед с красными глазами. Так, а вот уже и дед зашагал, кстати, я его услышал. Алло, Чигрыш, сюда иди. О, это страшное, да? И сюда иди. Да дед должен, о, ну уже щемит. Да что-то я тебя вижу. Вижу я тебя хайорать. С красными. Ушел нахер. Чё, здесь? Здесь монтировка, кстати, неплохо. Да не ори ты уже, все поздно. Да хватит орать, все поздно, тебе говорю, все. Все, уходи. Что тут стоишь? Растворись, падла. Пойдем сразу все проверим. Сразу все коробки и так далее. Так, тут у нас пистолет, кстати, неплохо так-то. На дробовике, во-первых, не осталось патронов. Ну, там это в комнате бабки деда, помню, там еще есть два патрона. Вот, а ну куда вот я опять вот прошел? Вот опять потратил время, лишний круг сделал. Так, теперь тут монтировка нужна вот сюда. В смысле, куда? А, вот сюда. Вот, да, вот здесь вот. Тут у нас... Во, кстати, это очень полезная шняга. Давай пока сюда, потом еще зайду сюда. Спокойно. Пока у нас есть 2 минуты, это очень хорошо. Вот куда я пошел опять? А вот куда я пошел, падла? Да я уж запутался просто в этой хрени во всей... Так, допустим, подняли эту хрень. Допустим, смотри. Допустим, мы подняли эту херовину. О, куда? Подняли эту херовину. Пошлите, собственно... А, так а давайте я... Чё мне далеко бежать-то пока? Пока вот эту ерундовину возьму. Ну что, мало ли... Не, деда еще нету. Деда еще нету, это ладно. Хорошо. Так. Где я монтировку кинул, кто-нибудь помнит? Монтировку кинул наверху, кстати. Ну ладно, да, пойдемте пробежимся до верха. А зачем она, кстати? А, да-да-да, открыть двери. Дед заходил, падла! О! Нихера себе. Вот поворотец. А ты хера тут делаешь, что, дебил, кусок? Сейчас мы тебя рубанем, спокойно. Дед! Сюда иди, дед! И от меня уходит, допустим. Тут и зараза. Часы, спокойно. Часы с куклюшкой. О, с куклюшкой. С куклюшкой, хотел сказать. Все равно без куклюшки, без всякой, ну ладно. Дед, сюда иди.
Давай, ага! Падай, падла. 2 минуты. Ни хрена, прям как в фильмах. Все умер. А, что надо-то нам? А, да, точно, надо найти тебя. А, надо найти тебя, я даже знаю, где это. Так, спокойно. А вот за эти 2 минуты нужно еще вспомнить, где я... Где я бросил монтировку? О, не монтировку, а щипцы. Он где-то тут, если ничего не... Да, вот они. Хорошо. Мы прошли в комнату бабки и деда. Ой, нахрена в комнату бабки и деда-то? В комнату охраны надо идти. Так, подожди, стоп. Это нам нужно сейчас еще выкинуть сюда будет. А, так, смотри. Тут у нас... Это руль для лодки. Здесь у нас что? А, короче, я как понял, вейпанг... Ой, ключ вон там. Как? Алло, спустись туда. Молодец. Я как понял, ключ там. А, так, сейчас пальнем, получится, в кнопку. Ну, если там ключа нет, я, кстати, не знаю опять, где он. Я серьезно говорю, я не знаю, если там его нету. Блин, зараза. Оп. А кто тут, кстати, лежит-то? Ой! Это кто? Ты кто, падла? Алло, повернись. Стой, вот это призрак? Алло, да повернись ты, япона-шмать. О! Вампир! Япона-мать, граф Дракула, ты хер ли тут делаешь? Алло! Ну да, окей, он здесь был. Ой, ладно, понятно. Дуралея. Вампира тут держат, прикинь. Так деда еще не предвидится здесь. А, ну хорошо, все. Значит, и ручка там была в прошлой серии, допустим. О! Скобака, спокойно, пошел-ка ты нахер! Выперся здесь. До свидания! До свидания, дед! Прощай нахер! Выхожу из ванны, такой выходит. Че, помылся наконец-таки, скотина лысая. До свидания, все провафлил. Че своими пальцами там загибаешь, да, все? Прикинь, вот так вот. The end, хорошо. Ну, собственно, таки вот. Прошли мы Грэнни на практике, прошли мы Грэнни с бабкой, прошли мы Грэнни с деткой, Ну, собственно, я не знаю, буду ли проходить с двумя, да вряд ли. Вот тут уже не надо, на самом деле, потому что... ну, тут я, мне кажется, вряд ли это уж все дело уже пройду. А я даже без смертей, без единой смерти, он меня вообще не ловил. Ну, собственно, вот. Все, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, в других играх, ребятушки. Всем пока.